Всем здрасте, ребят. Сегодня мы играем за рыцаря. Карта у нас Институт Лэри. И погнали. Мы играем от земли. Попробуем. Такс. С чего бы тут начать? Пойдем вправо. Оставим чувачка. Угу. Хорошо. Так, нам нужно первого, в общем, завалить быстренько. Кстати, мы его следов не видели. Так, хорошо. Первый есть. Он причем еще сам в угол уполз, это самое смешное. Так. Нет, дружочек. Опа, у него искажение. Так. Давай за ним. Душить. Душите только. Ага. Слушай, а вот интересно. Так, здесь дали ген. Хорошо. Первый начинает выползать. Наверх пошел. Да, загрелся. Хорошо. Вы видели это? Это великолепно было. Так, пойдем. Тихо, лежи смирно. О, а жалко, что не подвал. Слушай, ты посмотри на него. Первого чела подняли. Ай-яй-яй-яй. Какая досада. У нас от земли чувак сдохнет. Получается, мы уже от земли играем, а не... А, ну, в целом, да, от земли. Что-то я уже путаю. Угу. Можно вызвать? Спасибо. Это раненый, кстати говоря. Так. Хорошо пошла. Давай. Ой, замечательно. Челик-то подняли, кстати. Хорошо. Оставляем. Подняли чувака, у которого было мало хп. От этого треугольничка, наверное, будем отыгрывать. Еще раз оставим. О, неплохо.
Тот же Махитоль, наверное, дадим. Так. Там подняли их. Давай вернемся. Вернемся. Прыжок. Ой, хорош. Зашибись. Так, замечательно. На три генчика на те пошли сразу. В общем, просто играем от земли, стараемся как-то так без повесов. Может, что-то у нас и получится. Но здесь их нет. О! Это ты молодец. На меня вышло. И пропала резко. И пропала. Оп. Хорошо. Вы извиняете, я иногда так прокашливаюсь. Хорошо. Так, дальше идем. Попробуем. Ну мы этот генчик сейчас чекнем. Пойдем туда. Угу. Никого. Не думал, что за колокольчика это будет сделать проще, на самом деле, чем за рыцаря. Но как видно. Зачем ты его поднимаешь? Ты че? Опять следов у нее нет. Есть, есть, дорогуша. Угу. Будь прыгать опять, что ли? Ну, косякнул я, получается. Хорошо. Так. А те вылечились. Видели? Слышали, слышали? Здорово. Но он тебя догонит. Круто. Это круто. Пойдем дальше. Здорово. Минус один есть. Хорошо. Минус два. Я думал, ластов у нас люк уйдет. Угу, там никого. Хорошо. Ну, минус два. Блин, а куда он реально мог уйти? Возможно, он просто в каких-то шкафах сидит. О.
О! Блин, вон он. Ну давай. Дружочек, сейчас все от люка зависит. Будем надеяться, что люк где-то у нас. Да. Угу. Теперь вот так вот делаем чуваку. Да. Да, мы его подловили. ГГ, ребят. ГГ. Ну, не будем его ждать, пока коллапсоводки, пока коллапсово прибьет, не будем ждать, просто повесим. ГГ.